Всем привет! У нас уже 11 часов утра. Я все никак не могла взять камеру в руки. Пока собралась, умылась. Сейчас хочу выйти на балкон, посмотреть, как у нас тут. Да, холодновато. Ой, детские садики все полные. Обалдеть, детишки кричат, бегают, резвятся. Прикольно. А то все эти 2 месяца, получается, никого не было. Ну, там, может, минимальное количество детей каких-то. Может, какие-то дежурные группы. Ой, сейчас у нас уборка идет полным ходом. И подождем обеда. Я думала, утром сходим куда-нибудь в магазин. Нам сегодня надо очень много всего чего закупиться. Мы вчера так и не сходили за продуктами. Сегодня надо за мясом, за продуктами. Хочу еще все-таки сесть сегодня, пока Даяна спит днем, и заказать на Алиэкспрессе ей кучу-кучу всяких резинок, заколок. Все никак не закажу. В тот раз сказала, и так и забыла. О, кто тут идет, нычет? Иди сюда ко мне, скажи. Ой, пока... Ой, чуть не упала. Скажи всем привет! Девочка моя. Птицы! Птицы там, да. Аж страшно выходить на улицу. Все детки в садике. Топ-топ, да, на горке. Пойдем потом кататься. Угу. Скажи, горка. Где? Где горка? Как Даяна на горке катается? Вух! Так что Даяшка поспит, и уже тогда пойдем все дела сделаем. Курочка моя. Курочка, курочка, курочка. Вот, там детки бегают, да? Ага. Да, там они в садик ходят. Ты тоже скоро, наверное, в садик пойдешь. Будешь ходить в садик без мамы? Ага. Мама будет уходить, а ты будешь одна оставаться с детками? Ага. Да? Я думаю, останется без проблем. Ой, ты милашка, как ты маму любишь? Ой, какая! У меня сегодня в планах сделать тефтельки в соусе с красным сладким перцем. Очень хочу. Буду делать в сметане. Все ппшное будет. Так что надо идти за мясом и крутить фарш. Пойдем, Даяночка, в комнату в твою. Ой, там убраться надо. Даяшка раскидала все кубики. Все полностью. Надо собрать. Застелить постель. Да? Кнопка. Оу, прям мне кубик в ногу. Смотрите. Ай-яй-яй, какая страшная девочка. Ай-яй-яй. Ой, это Даяночка моя. Ой, какая страшная. Ку-ку. Покажи. Где Даяна? Ой, в домике. Нет домика. Где домик твой? Давай кубики складывай. Ты танцуешь? Будем пазлы собирать. О. Ягода, ежевика. Нани. Ежевика, ты хочешь? Но надо, потом пойдем в магазин, купим тебе ягоды. Давай? Не. А нету сейчас. Ты же все схомячила уже. Вот так мы любим ягодки. Ну, иди ко мне. Дичу не дали ягодки. Мы собираемся на улицу. Смотрите, я вчера, которую кофточки я купила, одела чуть-чуть рукава кроватки. Это 98-104 размер. Что-то, мне кажется, я ее или измеряю как-то не так, но, походу, она немножко длиннее. Все, мы сейчас выходим на улицу, идем на базу за мясом, в магазин за продуктами. Там жуткий ветер. И вроде бы там очень-очень холодно. Смотрите, как мы тепло одеты. Я в зимней куртке, в свитере.
кошмар, погода вообще. Хотя вроде как и тепло, если сильно шевелиться. Но мне что-то некомфортно. Что там, машины, да? Да, Яшка в теплой курточке тоже. Но это на капюшоне такой мех, внутри такого меха нету. Ой, надеюсь, ветер не мешает. Нам еще такой довольно-таки большой кусок идти. Я вот думаю, может проехать все-таки одну остановку зайчику. Ой, ветер. Все, мы вернулись с магазина, с улицы. Сходили на базу. Сейчас покажу, что купили. Совсем чуть-чуть всего. Взяла персики. Они, правда, твердые. Еще надо подождать, пока они приготовятся. Пикник-палочки. Морковку, овсянку младшей, чтобы если быстренько заварить. Молоко, авокадо. Варенье это я так чисто беру. Если дома, например, закончились внезапно фрукты, нечего в кашу добавить, и это хорошо идет. Так, купила это у нас пшенка. Яйца, чечевицу взяла завтра, ой, послезавтра буду варить чечевичный суп ПП, бананы, так, что у меня тут, огурцы, помидоры и паприку. И да, я не взяла вот такие чоботы, не знаю, хочу съездить как-то в бассейн, если что-то на днях найду, то съездим, как раз будет удобно. Или я не знаю, можно ли такие в бассейн, но в любом случае сносим, они такие легкие, вообще и скидка на них была 40%. И зашли на базу, взяли индейки тут, 2,5 килограмма у меня, и килограмм курицы. Правда, с кожей, а без кожи у них нету. Так что сейчас буду крутить фарш, делать тефтельки, варить с перцем, в сметане. И завтра, наверное, посмотрим, с чем будет, еще пока не придумала. Все, фарш я накрутила. Тут вышло где-то, наверное, 1,5 килограмма. Я решила не весь фарш крутить, потому что мы с Даяной, скорее всего, только будем есть. У меня старшая мясо не ест. Так, сейчас выливаю сливки. У меня тут 200 миллилитров, 35% жирности. Можете, может, брать и не такие жирные. Так, в сливки я добавлю воды. Столько же самое. Сейчас. И... свои любимые специи. У меня, как всегда, будет набор моих любимых вот таких. Перец сладкий молотый. Перец душистый. Обязательно лавровый листик. Это прям обязательно. И, ну, так, не жалеем. Потому что аромат весь, все это будет. Так, и я думаю, скорее всего... Да. Не надо, иди отнеси Милане. И добавлю лимонный перец, совсем чуть-чуть, потому что в тот раз я когда делала котлеты, это в пятницу было, я переборщила, они были такие островатые. Так, сейчас я добавлю туда лаврушку, душистый перец. У меня будет штучек, ну сколько, 7-8, не знаю. Да. Так. Красный перец. А, ну у меня тут последний. 1 чайная ложка. Так. И моих любимых приправ у меня будет, наверное, 2 чайные ложки. Они такие насыщенные, прям ароматные. Нет, давайте 1 добавим, потому что будет паприка. Она вот даст вот этот мой прям любимый вкус. Так, и лимонный перец. 0,5 чайной ложки. Кто любит острые, добавляйте больше. Так, сейчас я поставлю на плиту. Так, добавить в стакан воды. Тут где-то 250 миллилитров, наверное. И все. И катаем шарики. Потом дальше надо добавить паприку. И все получается. Да. Все-таки надо добавить 4 стакана воды, потому что мяса там много, кастрюля большая. Что-то я с одним стаканом сейчас режу паприку. У меня будет 2 таких штуки там. И добавлю чуть-чуть морковки, чтобы чисто даяние было, потому что я, ну, морковку нет. А вот паприку, кстати, я люблю.
Нарежу такой полусолонкой. Маленькой режьте, как удобно. Кому на кубики. Кто-то вообще вот такие прям куски ложит. Но мне тогда легче даяние дать полусоломкой, когда. И что еще тогда? Тушить 1,5-2 часа. И они будут нежные, вкусные. Да уже аромат прям на всю квартиру такой. Я вот прям чувствую вот эти вот специи все свои любимые. Мне, кстати, надо пойти, наверное, завтра в магазин докупить. Потому что у меня многое закончилось. И хочу еще каких-то новых специй. Хочу сделать плов, но с бурого риса хочу сделать. Поэтому нужны приправы какие-то прям вкусные-вкусные, чтобы были такие ароматные, но чтобы они были натуральные, без всяких там добавок каких-то. Кто-то плов давно не ела. Я плов обожаю, но я не ем белый рис. Ну как не ем, я его ем, но... Его много на ПП не съешь, а, знаете, остановиться тяжело. Так, сейчас все закидаю. Вот такая у меня полусоломка получилась. Ну, вот такая вот. Дэшка там сидит, доедает свой ужин. Сейчас она доест. Я дочищу морковку, закидаю ее к тефтелькам. И тогда сяду тоже кушать. У меня не влезло. Не знаю, на сколько литров эта кастрюля, но если посчитать, 5 стаканов воды по 250 примерно. И сливки 200 миллилитров. Ну вот, не влезло. Сготовлю уже, тогда покажу. Видите, как медленно-медленно так тушится. Ароматы. Мы тут с Даяшкой валяемся. Кто тут валяется? Ты? Мосик корчишь. Я лохматая. Мы тут бесились недавно. Все на сегодня. Я все приготовила, убрала, собрала. Мне осталось позаниматься спортом. Но я, конечно, не уверена, что я именно сейчас буду им заниматься. Я думаю, попозже. Завтра. Но... Сегодня еще, правда, лень так, хотя чувствую я себя вообще отлично. Энергии у меня, сил просто еще бы кому-то дала бы, но не дам. Так что если сегодня не позанимаюсь спортом, буду заниматься завтра. А завтра я буду заниматься, наверное, перед обедом. Опс, там попка была. И сниму тогда на видео. Я некоторые упражнения нашла для себя новые. Делаю что-то новое, что-то старое убрала, более интенсивная у меня тренировка сейчас и по времени подольше. Хотя, мне кажется, вообще лета не будет с тренировки, ну ладно. И, кстати, я, может быть, скоро начну работать, ну, конечно, это еще не ясно, все-таки карантин уже как-то немножко... Да, не поговорю я. Ну ладно, насчет работы тогда оставим на потом. Ой, Мася бедная. Все, будем всем говорить пока-пока. Пока. Пока-пока. Так. Афу. Афу. Все.